Ваш персонаж — ягода. Да, четырехногая ягода. Мутант, подземный металлический король, летает. Угадайте, кто я. Так. Всем привет, ребята. С вами Виктор, и это... Акинатор. Но не обычный Акинатор. Ну, просто в Акинатор мы с вами играли не один раз, даже, собственно, можно посмотреть. Это было весело и забавно. А сегодня мы будем... прикалываться над Акинатором по полной программе. Посмотрим такую фишку, знаете, называется анти-Акинатор. Честно подсмотрел на каком-то там заграничном YouTube-канале, случайно выскочило мне предложение посмотреть. Я прям классно удивился. Блин, какая прикольная штука получается. Смысл в чем? Мы с вами кого-нибудь загадываем. Все вместе сейчас на стриме это делаем. И даем ему ровно противоположные ответы, нежели то, кого мы загадали. И смотрим, кого же он отгадает. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это будет пес П в большинстве случаев. Но мало ли что, вдруг что-то интересное мы с вами сможем узнать. Ну давайте, начнем играть. Мне кажется, вот надо с него начать. Потому что я про него знаю все. Поэтому ответить все неправильно я точно смогу. Давайте. Итак, наш персонаж Сурце. Давайте попробуем. Ваш персонаж существовал в реальности. Ну, так-то он существует в реальности, да, но я буду отвечать точно неправильно. Нет. Человеческие уши. Посмотрите на эти человеческие уши. Определенно. Да. Ваш персонаж мужчина? Ну... Хороший вопрос. А я что-то не вижу. Куда спрятал? Ты куда спрятал свои причиндалы, а? Ребята, а что отвечать на мужчину или нет? Ну, знаете как? Наверное, мне придется сказать, я не знаю, потому что это тут даже сложно ответить от, ну, противоположно на этот вопрос, потому что я не знаю ответ на этот вопрос. Изначально, соответственно, противоположно тоже будет «не знаю». Давайте отвечим, я не знаю. Ваш персонаж из Undertale? Ну, лично он нет, но придется нажать «да». Оказывается, мой цветок из Undertale. Носит ли ваш персонаж зеленую кофту? Ну, если это назвать зеленой кофтой, вот этот вот стебелек, который пропадает все время, он зеленый, он реально зеленый. Соответственно, я должен сказать «нет». Дружит ли ваш персонаж с двумя скелетами? Я что-то о тебе не знаю. Вроде бы нет, значит да. Оу. Вот так вот, ребята, мой цветок буквально за 10 нажатий мышки превратился во фриск. Вы представляете, а? Героиня Undertale. Вот так вот. Но это действительно быстро получается, потому что у Акинатора башка сворачивается от того, что происходит. И он, ну, я думаю, нужно нажать «да». Ну, не надо мучить его сильно, мы сейчас... или «нет» нажать. А что будет, если я нажму «нет»? Он пёс АП сделает нам. Ну-ка попробуй еще. Продолжить, давай. Ваш персонаж работает в сфере общественного транспорта? Определенно. Он сидит, трамвай водит у меня тут. Ваш персонаж робот? Конечно. Ваш персонаж забил последний гол за португальцев в чемпионате. Нифига себе, вот это послужной список, ребят. Трамвай водит, голы забивает. В Undertale играет. Это просто какое-то существо сумасшедшее. Ваш персонаж имел друзей в детстве? По всему, да. Ваш персонаж участвовал в X-Factor? Да! Дышать можешь? Да! У вашего персонажа есть лицо? Нет. А у вашего персонажа есть рот? Нет. Я думаю, это игрок, который сделает ставку на что угодно. Это что за персонаж вообще такой? Ладно, давайте не будем больше Акинатора мучить, он явно запутался. Он уже игрок, который сделает ставку на что угодно. Да, пусть это будет игрок. Отлично, ты выиграл.
ума? Хотя надо было нажать нет и закончить, и ввести упоротый цветок, чтобы он бы сказал, что я все вообще неправильно ответил. Ну ладно, мы сейчас со следующим персонажем так сделаем. Оу, косяк. Верните меня в игру. Мне тут подсказывают, что это меня назвали человеком, который случайно тыкает на все вопросики. Меня? А почему бы и нет? Давай меня. Меня-то он точно знает. Ваш персонаж реален. Но он такие вопросы задает сразу, глобальные. Я укажу в... Может быть, ему попробовать, знаете, давать там первые 3 ответа правильных, а потом начинать запутывать по полной программе. Ну, для начала сейчас поиграем по начальным правилам. Полный антипод меня. Смотрим. Ваш персонаж реален? Нет. Вашего персонажа 2 глаза? Нет. Умеет ходить? Нет. Ваш персонаж находится в локации Lavender Town? Да. Видимо. Но я же не там. Вы когда-нибудь дружили с вашим персонажем? Мне тяжело ответить на этот вопрос. Но я должен отвечать как человек, который со мной знаком. То есть, который смотрит мой стрим. Слушай, они все со мной дружат. Как бы так ответить-то? Вот я Васёк из 7 А класса. Я смотрю Витёк Плей. И меня спрашивают: ты дружишь с Витьком? Что я отвечу? Видимо, нет. Но так-то они вроде бы все дружат со мной. По крайней мере, запросы в друзья кидают ВКонтакте. Ну давай ответим нет. Ну тут такой непонятный ответ, конечно. Ваш персонаж имеет отношение к технике? Гениально. Ну, видимо, да. Так-то я вроде не имею отношения к технике. А так, получается, имею. Связан ли ваш персонаж с игрой Clash Royale? Вот это хорошо. Вот, кстати, вот когда он всегда говорит, связан ли с игрой, это значит, этот персонаж когда-либо играл в эту игру. Или этот персонаж в этой игре присутствует. Вот что? Вот нужно уточнять. Ну, давайте, если связан, я же снимал, у меня же есть одно видео по Clash Royale. Я же сделал. Я же этот мужик, я обещал, я сделал зрителям. Связан ли ваш персонаж? Значит, я связан с ней. Соответственно, я должен нажать нет. Ваш персонаж из видеоигры? Соответственно, да. Умеет разговаривать? Нет, что ты. Ваш персонаж король подземелья? Да! Ваш персонаж связан с игрой Террария? Я в нее играл. Значит, нет. Жалко. Умеет стрелять? Ну, если только из базуки в Думе. А так... Ну, вы не знаете, умею я стрелять или нет. Соответственно, я не знаю, надо отвечать. У вашего персонажа человеческая голова? Нет, конечно же, что же вы, тут бандана, какая человеческая голова-то? Из металла? Да! Я металлический король подземелья. Ваш персонаж убивал людей? Да! Металлический король подземелья. Тиран. Ваш персонаж летает? Да, летающий. Я просто Iron Man какой-то подземный. Этот человек в прошлом преступник? Допустим, да. Ваш персонаж из серии StarCraft? Да. Я сейчас Рейнором каким-нибудь окажусь. Ваш персонаж носит мужскую одежду? Нет. Так, я его окончательно запутал. Я сам окончательно запутался уже. Я чувствую, я сейчас опять буду человеком, который рандомно нажимает на кнопки. Судя по всему. Связан не значит играл, пишут мне. А тут как понять? Понимаешь? Вот я не понимаю. А он, видимо, тоже не понимает. Ваш персонаж играл в «Пиратах Карибского моря»? Да. Человек-молекула просто какой-то. Везде побывал. Ваш персонаж из мира Half-Life? Да. Ваш персонаж хороший? Нет. Я же тиран, злодей, который убивал людей, который металлический царь подземного царства, снимавшийся в «Пиратках Карибского моря». Я мощь.
Ваш персонаж на четырех лапах? Да. Ваш персонаж ягода? Да. Четырехногая ягода. Мутант, подземный металлический король, летает, убивает людей. Угадайте, кто я? Клубничка. Ваш персонаж человек? Нет, конечно же. О, надо же. Я думаю, это... Пет. Робот-помощник из Dark Orbit. Нифига себе. Он что, людей убивает? Давай нажмем нет и нет. Он сейчас спросит. Давай имя Витек. Плей. Витек. А как я пишусь, интересно, в океанаторе. Плей. Вова Плей, Витек убийца. Витек Волт канал, Витек Плей жираф. Это что, мы его жирафа, что ли, туда уже засунули? Где он, кстати? А, он далеко. Витек Плей дураку. Дочь Витек Плей Айхандред. Что это такое? Витек Плей, так, Дмитрий Куплин. Так, лиц... Вот он я, Витек Плей, лицплейщик. Меня двое. Браво, вы победили меня. Еще б я тебя не победил. Сейчас, прикиньте, теперь он когда будет про меня спрашивать, начнет спрашивать, он металлическая ягода убийца или нет? Ты такие, нифига себе, что он такие вопросы задает? А потом он отгадывать не будет. Блин, круто. Ну что, кого еще будем угадывать? Вы придумывали кого-нибудь еще? Кстати, гениальная идея. Сначала говори ему, что это какой-то человек с YouTube, а потом вместо него делай персонажа с игры. Интересно, какого ютубера он выдаст. Рэнбоу, кричат! Витёк Плей жираф. Да нет, это не я жираф. Это у меня жираф есть. Сейчас, я прям даже дотянусь, я не поленюсь. Я вернулся. Шестую, говорит, давай. Ну, про нее мало чего известно. Нужно же очень такую известную личность, ребят, брать. Ну, очень известную что-то. Вот про какого жирафа имеется в виду. Привет, ребята. Я жираф-обниматор. Я обнимаю только тех, кто ставит лайки этому видео. А кто не ставит лайки видео, того я очень сильно обнимаю за горлышко. На. Давай самого Акинатора попаду. Так, давайте три ответа даем правильных, а потом вообще понеслась. Существовал в реальности? Нет. У вашего персонажа два глаза? Да. Ваш персонаж женского пола? Нет. А вот теперь начинаем извращаться. Человеческие уши? Неа. Животное? Да, вообще животное, ты посмотри на него. Ваш персонаж герой мультфильма? Джин? Ну смотрите, сам Акинатор вроде бы не герой мультфильма, а вот Джин герой мультфильма, как правильно ответить? Кто? Кто? Кто мне подскажет? Что он имеет в виду? Ну если я самого Акинатора загадал, наверное... Именно про самого Акинатора надо говорить. Вот именно вот про этого Джина. А этот Джин не был персонажем мультфильма, значит должен сказать да. Ваш персонаж из советского мультфильма? Акинатора кто сделал? Это русские ребята сделали Акинатора или нет? История Акинатора. Некоторое время назад Арно и Ладана решили... Это такая вот история, да? Ну да, я не знаю. Его русские люди сделали или нет, ребят? Французы вроде бы. Хорошо, если его сделали французы, значит, если мы отрицаем, что его сделали французы... Смотри, советский мультфильм.
в принципе, не может быть советским, потому что по временам того не было. Значит, да. У вашего персонажа длинный хвост? Как ты догадался, засранец? Нет, короткий. Ваш персонаж медведь? Да. Определенно, вы посмотрите на него, какой милый. Коричневого цвета? На что намекаешь? Ну... Я бы не сказал, что это коричневый, знаете? Значит, да. Или это коричневый, значит, нет. Сейчас у меня мозг лопнет, погодите. Ну вы говорите кому-нибудь, что у тебя кожа коричневого цвета? Нет. Значит, он не коричневый. Значит, нужно говорить да. Ваш персонаж путешествует с маленькой девочкой? Оу. Я знаю, на кого он намекает. Он намекает на медведя из Машки. Наверняка. А что же мне нужно ответить? Мне нужно ответить да, ребят. Впадает ли ваш персонаж в спячку? Видимо, да. Ну, конечно. Это Миша, ребята, получился. Что ж ты будешь делать, Акинатор? Как ты в Мишку-то превратился? Раунд, кричат. Давайте еще кого-нибудь. Воланда летсплеер, ребята. Тот самый Дмитрий с треугольничком в нике. Ну что, мы сразу в отказку пойдем? Или сначала ему попробуем помочь с вопросом? Давайте. Да, в реальности существует. Ваш персонаж умер. Но насколько я знаю, нет. Носит мужскую одежду? Да. Давай четвертый вариант ему дадим. Правильный. Да. А теперь начинаем вообще ляпать все подряд. Итак, в кого же превратится у нас Воланда летсплеер? Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт? Да всецело, вообще каждый день снимает летсплей по нему. Что же вы, Димка, что ли, не видели? Зайди на его канал. Ваш персонаж шутит про масло? Черт. Я знаю, в кого он превратится. А-а-а! Зашквар. Ну да. Ваш герой имеет брата-близнеца? Видимо, да. У вашего персонажа есть рок? Ха-ха. Дима, прости. Я не хотел, но мне приходится это отвечать. Ха-ха. Ваш персонаж... Ваш персонаж крип. Да. Да. Ваш персонаж имеет отношение к книгам Сары Джмас. Если честно, я не могу вспомнить, кто это такая. Но по сути, да, я думаю, имеет. Находится в локации. Да, там. Ах, ты ж засранец, он меня раскусил. А, смотри, в этот раз я теперь игрок, который всегда соглашается. Нет! Я не игрок, который всегда соглашается. Продолжаем. Ваш персонаж лось. Я не хотел этого говорить, ребята. Я хотел это скрывать очень долго от вас, но да. Ваш персонаж ведущий телевизионной игры? Возможно? Так, телевизионной игры? Нет, вроде бы да, тогда да. Безрукий? Ваш персонаж умеет влюблять людей силой мысли? Вот тут я бы ответил да, про настоящего, поэтому нет. Хотя что значит влюблять людей? В себя? Может, силой мысли? Да. Мысли или... Нет? Черт. Я смущен, я не знаю. У вашего персонажа красные волосы? Ну, последний раз, когда я его видел, были нет. Поэтому да. Да что ж такое-то? Нет, я не этот персонаж. Продолжим. Мучайся дальше. Ваш персонаж из сериала «Физика и химия»? Все верно. У вашего персонажа репа вместо головы?
Швейцарец, определенно. Персонаж из аниме? Да. Имеет отношение к детям? Имеет. У него на канале много детей. Ну, как у любого, кто снимает видео на Ютубе, поэтому нет. Да что ты, я не знаю, а? По-моему, он сломался, ребят. Акинатор сломался, он не хочет совершенно играть со мной. Он всегда какую-то попсятину мне выдает. Продолжить? Нет, не надо продолжать. Ты плохой. О ком вы думаете? Волан-де-летсплеер. Волан-де-летсплеер. Его придумал Витек, скобочка. Почему? Это не Витек плей Волан-де-летсплеер. Волан-де-летсплеер другой человек. Волан-де-летсплеер. Летсплейщик. Никто, главное, не написал, что это Куплинов. Я его даже правильно произнес, прикиньте. Да. Витя, ну давай по-нормальному. Ну хорошо, ладно, давайте. Одну каточку нормальную сделаем. Загадаем. Вот кто-то хотел очень сильно загадать... ГЛаДОС, да? Ну давайте загадаем ее. В конце концов, мы с вами тут вот в Портал играем уже на протяжении последнего месяца. Потихонечку там проходим. Ну почему бы и нет? Давайте. Человек? Нет. Хотя когда-то был. Ваш персонаж передвигается на двух ногах? Нет, висит на одной большой ноге. Есть ушки и хвост? Не припомню. Было бы забавно, кстати. Есть ли у вашего персонажа глаза? Ну, в понимании в обычном глаз? Нет, но... А камера это глаза... Как-то прям даже засмущался. Ну, наверное, все-таки нет. Потому что имеется в виду, в принципе, вот такие, наверное, глаза. Создан на производстве? Ну, скорее всего, да. Ну, ладно. Имеет отношение к технике? Видимо, да. Отличная догадка, Акинатор. Ваш персонаж президент Узбекистана. Без глаз, конечно. ГЛаДОС, президент Узбекистана. Хорош. Нет. У вашего персонажа есть доступ к интернету? Ну, думаю, да. Ваш персонаж связан с Apple? Не, вообще нисколько. Баскетболист? Нет. Нет. Ваш персонаж делает музыку на ноутбуке? Нет. Жил в коробке? В картошке? Да, в коробке? Нет. Зря смеетесь, вполне может быть. Жил в коробке, но, видимо, нет. Вы работаете с вашим персонажем? Нет. Ваш персонаж жив? Нет. На колесах? Нет. Играет второстепенную роль? Нет, очень какую главную. Снимает видео о стиле? Нет. Ваш персонаж компьютер? Да. Ваш персонаж имеет квадратную форму? Нет. Поет поп-музыку? Нет. Если только последнюю песню из титров брать, тогда да. Ваш персонаж с вами разговаривает? Да, она разговаривает. Да, со мной. Разноцветный. Не знаю. Больше 100 тысяч подписчиков. Нет, что ты. Ваш персонаж имеет один глаз? Мне кажется, мы куда-то ушли не в ту степь. Что-то он мне какие-то вопросы задает. У ГЛаДОС есть все-таки глаз или нет? По-моему, есть. Как раз таки один. Насколько я помню. Пусть будет да. Да! Да, ты прикинь, вообще он с этого глаза прям взял и понял, что это она. Да, это ГЛаДОС. Отправлена ГЛаДОС. Сама ГЛаДОС прислала свое изображение. Гениально! Генетическая форма жизни и дисковая операционная система из игры Portal 1 и 2. Да. Ты был прав. Игровой отчет. Ну-ка посмотрим. Все-таки глаза нужно было отвечать да, видите?
Вы работаете с вашим персонажем, да? Ваш персонаж жив, да? А, да, она живая, действительно. Я... Компьютер мой, он живой или мертвый? Он что-то там вычисляет, работает. Но он же не живой. Я поэтому принципу причислил ее к неживым. Вот, но в принципе, да, она теоретически живая. Но она и не разноцветная, видите? Ну, почти, да, почти все правильно. Ну, какой умный, а? Ты смотри, Акинатор, отлично, да, молодец, улыбается еще. Ничего. Так, ну ладно, в принципе, с вами в Акинатор погоняли. Забавно получилось, некоторые вещи, конечно, поржали. От души. Вот такая вот задумка, ребят. Если у вас какая-нибудь еще есть задумка по поводу, как можно поизвращаться с Акинатором, то есть вот этот пример я взял откуда-то там. Со стороны, да? Вот, если вот вы возьмете такие и придумаете, а поиграй с Акинатором вот так. И напишите правила, как с ним нужно поиграть. Посмотрим, что из этого получится. Вот, а пока давайте приостановимся. С вами был Виктор. Он... Тоже он участвовал, кстати. Также был он. Тоже участвовал. Напоминаю, что он делает с теми, кто не ставит лайки. Ну, а я пока прощаюсь. В описании ссылочка на плейлист всех упоротых браузерных игр. Пока.